Так, ну пора сделать стрелки нам, да, одну я уже сделал, а вторую. Сейчас просто покажу, как я ее делал. Так, может быть, чуть-чуть побольше экструд, не один, а два сантиметра, два-то, ну, во всяком случае, цилиндр тоже два, если уж на то пошло, вот так, хорошо, да? Не толсто. Это всегда проблемка. Так, один и три. Вот так. Один и три. И цилиндр тоже сделаем. Где он тут? Хайт. Один и три. Вот теперь она совпала. Вот теперь она вот такая. Ну, уменьшить сможем всегда, если что, без проблем. Подвинем малюхи. Вот так, все. И вот из нее сейчас мы сделаем еще одну копию. Так, развернем. На часах 12:25. Новый год уже, наверное, в пути. Так, и мы сделаем следующее. Мы сейчас сделаем поменьше. Это раз. Часовую. И потолще. Это два. Вот так. И тоже сделаем ей цилиндр. Так. Скопируем. Отодвинем его сюда, чтобы виднее было. И часовую будем прибомбасивать сюда сейчас. Так, часовая стрелка должна быть у нас вот тут. Так, где-то. Да? Угу. Так, ну а теперь мы просто можем это экструдить, сделать объектами. Зачем нам это надо? Так, и вот здесь вот это вот, скажем, все удалить, оставить только одно. Так, то же самое здесь, все удалить, цилиндр сюда. И оставить только одно. Крышу. Вот у нас получились две стрелки, да? Чудненько. Но еще, по идее, надо бы стрелочку эту. Для будильника. Для будильника попроще. Вот сейчас. Я тут перепутал кое-что. Ух ты. Ну, не важно, сейчас поправлю. Итак, мы сейчас возьмем этот самый цилиндрик. Вот тут он, перевернем его сразу. Сделаем ему, сколько он-то у нас. Сейчас посмотрим примерненько. Шесть. Это шесть хорошо было. Шесть и здесь два, наверное.
А может быть 1,3. Вот отлично. Цилиндр мы сразу сейчас превратим в объект. Возьмем парочку вот этих полигончиков. Вот этих. И как-нибудь их потянем. Нет, лучше взять те, которые очень и очень прямо стоят к ней. Ну вот, вот эти два, да? Сбоку желательно. Так, и тянем, потянем. Альт зажимаем. Пошли. Вот так. Так. На конце мы ее сейчас того самого сделаем. Сожмем. Вот так. Как положено. Стрелочки будильника. Вот так. Вот и все. Так, ну и вот эти мы можем тоже выдвинуть немножко, чтобы не было так резко. Хотя это не играет никакой роли. Уже. Вот так, да? Я говорю, что это не столь суть важна. Так, хорошо. Не помню точно, но, по-моему, вот это вот секундное, назовем ее S, она должна идти первой. Вот сюда. Так, так, так. Вот пока она не исчезла, да? Вот так. И разворачиваем ее по оси на 7 часов. Детки, в школу собирайтесь. Петушок пропел давно. Потом, по-моему, идет часовая. А не помню. Вот часы какие-то стоят, сейчас посмотрю. Так, да, 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 да. Часовая идет сюда. И минутная сюда. Сейчас надо отследить, чтобы они все встали так, как нужно. И вот смотрю, не все так стоят, как надобно. Особенно это вот это. И где-то очень рано я, мне кажется, ее вот у этой остановил. Так. Поэтому мы ее сейчас малость раздвинем. Так вот. Продолжим. Вот и сюда. Где будет шестерочка или еще что-то здесь будет. Так, ну и теперь чуть опять сожмем. Готово. Итак, у нас циферблатики. Стрелки есть. Что еще не хватает? Последнего не хватает ключа. Ну, ключ сзади будет, поэтому, наверное, я не буду его делать. Оставлю так, как есть. Единственное, надо сделать молоточек еще. Но вот молоточек, я, честно говоря, я не помню, какой он. Мне сдается, он такой, как буква Т. Такой туда создан. Это чем-то кажется. Хотя были такие, которые с одним вот здесь такая кругленькая была стукала. Дрын-дрын-дрын.
это такое. А вот такой двойной я не помню. Какой-то молоточек. Ну, давайте сделаем этот молоточек. Я предлагаю этот вообще схитрить. Я сейчас пойду, вот возьму текст и возьму букву Т. Большую Т. Так. Сейчас выдвину я. И найду какой-нибудь шрифт с скругленными краями. Сейчас найдем что-нибудь такое. Вот. Бывают тут такие. Вот импакт, допустим, у него круглый, по-моему, края. Нет. Ах, ну. Это не так страшно. Мы всегда сможем превратить его в такая black. Вот. Возьмем эту. Так, превращаем его. Теперь выбираем эти штуки. Говорим, что надо его чемпион. Вот так. Мне кажется, вот такой молоточек должен быть. О, не надо кликать. Надо кликать вот сюда, допустим. Так. Так, и теперь возьмем экструд, кинем его туда, вот так, сделаем ему круглые кэпчики, леткэп, и с той стороны степов сделаем побольше, 3, здесь 3. Вот, если мы видим, что у нас слишком толсто это, то это тоже не вызывает никаких проблем. Вот так. Так мы его сделаем. Прекрасно. Теперь ставим его на место и уменьшаем так, как нужно. Так, где бы его так поставить на место, чтобы нам было видно вот здесь. Shift. Поправили. Ну и вот теперь берем эту штуку. И начинаем ее уменьшать. Extrud. Уменьшаем. Вот до такого состояния, допустим. Вот. Я думаю, что можно еще уменьшить. И он будет выполнять свою работу. Даже еще чуть-чуть. Вот так. И вполне справится. Будет трындить туда-сюда. Ему большой не надо. Смотрим. Да, вот, пожалуйста. Так, может быть, нам еще с колоколом немножечко поиграть, в плане, что я бы, наверное, опустил эту сферу так. Да. Вот так она и будет стукать. Все правильно. Еще можно меньше чуть-чуть. Вот так. Тогда вообще будет красиво все и замечательно. Так. Шарик. Чуть ниже. Можно вообще посадить вот так.
Хорошо. Так, последнее, что нам осталось, это надо сделать стекло, смоделировать. Ну, давайте его смоделируем, на этом закончим уже с моделяцией. Я думаю, самым простым будет взять вот этот танк. Эль-танк. Так. И начнем теперь радиус уменьшать до того момента, как нам это потребуется. Так. Так. Хорошо. Отличненько. Теперь превратим это в полигончики. Потом пойдем сюда и отрежем все. Нафиг. Придется встать вот на эту сторону. Вот так выделить. Это все внимательно, тщательно. И отрезать. Лучше отрезать не так, лучше отрезать вот так. Так, где тут у меня была отрезалка? Есть. Так, теперь желательно выделить точки. Вот так. И их оптимировать. А далее мне нужно небольшую толщину, потому что стекло без толщины не бывает. Поэтому я это сейчас сделаю. Возьмем симуляцию опять. Так, туда запихаем и скажем, что нам всего лишь ничего нужно, один. Вот и все. Стекло у нас готово. Мы можем его теперь тоже превратить. Что-то нужно в один объект и сказать, что это глаз. И сделаем его прозрачное сердце. Нажмем вот эту кнопочку, оно будет прозрачное. Да? По идее, должно быть. Вот. Теперь оно прозрачное. И поставим его на место. Вот сюда. Теперь у нас все готово. Единственное, что я бы еще, знаете, что сделал? Я взял бы диск. Так, мне надо диск перевернуть. А затем вот так. Померить его здесь. Ну-ка. Потому что на нем я буду рисовать циферблат. Кстати, его тоже надо наклонить, иначе он не совпадет. Еще чуть-чуть. Вот так. Выдвигаем его сразу за стрелками. Здесь вот. И уменьшаем до нужного нам
диаметра диск, объект, и вот так аккуратненько, аккуратненько, раз, и все. Теперь у нас есть глаз, можно отключить, посмотреть, как это будет. Стал хорошо диск. Да, стоит. Правильно. Возвращаем зеркало, стекло. Ну и вот, после 4 видео у нас будильничек-то и готовый. Сейчас посмотрим. Да, вот так. Интересно, что это работает, как бы прозрачность. Ну что ж, я доволен. Завтра все покрашу и можно будет уже тоже его выставлять на продажу. А до того всего доброго. Пока.